Всем привет! Вот сейчас поступила информация по поводу того, что якобы ArcelorMittal Темиртау подал в суд на шахтеров и хочет признать их действие незаконным, то есть забастовку. И я вот думаю, что суд, скорее всего, примет сторону именно этого предприятия, и забастовка будет признана незаконной. И вот какие последствия это вообще-то может вызвать. Наверное, вы все помните, в этом году случилось это, по-моему, в Актауской области. Там одна из сервисных компаний, работники ее проводили забастовку в форме голодовки. Это нефтяная сервисная компания вроде бы. И вот там тоже предприятие подало в суд на вот этих ребят, что якобы их забастовка незаконна. Суд признал эту забастовку незаконной, а потом уже власть выявила зачинщиков, организаторов, и их вывезла в Астану, а потом уже вменила одному из ее организаторов, можно сказать, уголовную статью. И в результате этого его осудили на 2,5 года тюрьмы за подстрекательство на забастовку, и в том числе был огромный иск со стороны предприятия, который он должен выплатить, это 25 миллионов тенге. И на фоне того, что это что было и что сейчас, я так думаю, что скорее всего здесь тоже будут искать зачинщиков, организаторов, а потом, естественно, начнутся определенные репрессии со стороны властей. К сожалению, вот такая сейчас ситуация. Власть пошла и идет, к сожалению, вот так. Я не одобряю это. Даже ни насколько не одобряю. К сожалению, это у нас в Казахстане такое происходит. У меня просто нет слов, у меня нет. Я возмущен всем этим, к сожалению. В общем, у кого есть что сказать, оставляйте свои комментарии под видео, будет интересно почитать. Ставьте лайк и, конечно, подписывайтесь на канал. Всем пока!